Привет! Витёк и Стас на экране, и это супер-пупер-мега-касл-крэшерс. Мы на инопланетной тарелке находимся, и всем радуга, пацаны, всем счастья, удачи и все такое. Я могу только огня подать. Всем привет. Огня подать. Да, мы в прошлый раз закончили на том, что мы трелись где-то. Как раз перед выходом. Мы нормально. Я думаю, сможем это сделать. Зато денег поднимем. Там главное торопиться в конце. Лего. Сейчас нам еще много денег дадут, да? Да. Тут главное деньги. Деньги. Деньги, дребеденьги. И вот это... Пацаны, выходим, вторжение. Понеслась. Я слева, ты справа там, или что-нибудь в этом роде. Что, у них здоровья вообще нету? Мясо падает немерено. Там такая штучка сидит. Убивай, где деньги-то все? Где? Все уже забрано мною. Я-то где? Я-то где? Я, Стас не может себя найти. Нормально вроде, да? Разобрались. Вам надо приготовиться бежать. Ну, пока еще рано готовиться. Вот этот чел вообще крутой. Ты готов бежать, Стас? Нам надо направо. Или он не сильно умный, я бы так сказал. Он слишком сильный просто. Ему нечего думать. Протест с тремя отверстиями. Знаешь этот анекдот? Нет. Я тебе сейчас расскажу. Бомби. Бежите, глупцы! Фига себе, Стас залп дал. Идем! А! Под. Стас их перепрыгивает, я тоже. Да хватит меня подбивать! Стас, они здесь! Да что ж такое, я падаю! Я ненавижу эту игру! Что она со мной делает? Да хватит меня уже там бить! Стас, 2 секунды, ну, Стас! Все, хана. Пипец, я застрял на этой дурости, я не знаю. Ладно, Стас застрял на дурости. Стас, больше не опаздывай. Не опаздывай больше, понял? Да Стас просто хотел денег подрубить еще побольше. Да, Стас? Да. Нет. Я застрял. Это было отстойно. Ох. Ничего, сейчас нафармим бабла. Ну да, будет по-любому, но в любом случае не надо переживать. Нам еще пригодится деньги, побольше пригодятся. Да и опыт не помешает. Я просто прыгаю, в прыжке луплю всех. Они просто стреляют по мне постоянно. Мне это не нравится. Согласен, мне тоже. Ой, денежки. Стас Армагеддон тут устроил локальный. Окей. Бабки, сыпьтесь мне в лапки. О! Так, погоди. Я тебе помогу с выстрелом. Давай. Там главное просто пройти эту полосу препятствий, она дурацкая. Там питомец в стене во время побега есть, он стреляет фотонами. Да мы знаем. Он у нас есть. Нам бараш нравится. Бараш контролит. Я выключил. Бежим. А! Все, остановись. Бежим.
На этой, на прыжке вот этом вот проходи. Тут, мне кажется, просто надо она не сбивает вот так в нем. Вот. Все. Все, уходим. Уходим, глупцы. Глупцы. Секунда одна осталась, черт. Нет, нет. Успели, ушли, нет? Мы ушли, мы ушли. Да! Успели. А, ты ушел, а я это, я так выпал. О, дайте нам баранов. Враги? Да. Ух ты, что, на верблюде можно? Да. Он плюется, да? Да. Он плюется. Со звуком. На 4 урона, да мы вечно будем его их убивать. Ты магией стреляй. А я разве могу? А можно копать прям? Нет, я не могу. А ты вот этот XXXY свой использовали как-то? Бедуины. Та-та-та-та-та-та. Бабуины. Куда идешь? Отойди от верблюда. Бабуины, бабуины. Ой, они тут смерчем закручиваются. Кто? Ну, чуваки, бабуин. Вот эти. Бабуин, который не бабуин. Бабуин, смерч. Я хочу оружие поменять. Да? Прошу прощения за кашель. Но тут бабуины. А, они не бабуины, они бедуины. Стас, что ты меня не поправляешь? Я мне, нравится, что, мне нравится, что они бабуины. Садись. Поехали. Бежим. Верблюды топ. Я просто езжу и всем по лицу топчусь. Всем бабуинам по лицу. Я думаю, что получаю я? Об кактус лицом бьюсь. Об кактус лицом? Да, об кактус тут нельзя кактус трогать. А, так можно, да? Видимо, да. Левел ап! Новый комбо, хе-хе-хе. Так у тебя такой же комбо. А, нет, там у меня тогда было XXX. У меня 2 хай Y, а у тебя 3 хай. Чувствуешь разницу? Нет. Бедуин завелся, Стас, осторожно. Бедуин окончился бензин. Я просто езжу и всех вот этим мечом своим. Чак-чак-чак-чак. Чак-чак-чак вкусный. Пошли отсюда, Стас, мы всех разбили. Мы всех бабуинов. Не хочет Стас верблюда, он же маг. Магам не нужны верблюды. Да. Нам только драконов подавай. О! О, зебра! Зебра! Тоже у нас есть. Надо отобрать зебру у него. А что она делает? Я не знаю. Надо она у нас есть. Что они все делают? Если что, то может в магазине зебр. О, засасывает моего верблюда, чуть не засосала. Брось верблюда. БЦХ не выдержит двоих. О, место для копания, Стас. Я могу стрелять прям с верблюда. Место. Ты будешь копать или нет? Я. А где копать-то? Да вон, я наверху. Ага. Ну, можно копнуть разок. Новое опа, оружие. Новый меч. Ну-ка. Заценишь? Может, это лучше? О, колбаса как какая-то. Сосиска. Сейчас посмотрю, что дает. Это точно не... Одна сила, одна магия, какая-то фигня. Не, это точно не эротические игрушки. Не, нафиг эту колбасу. Восточная. Это, короче, это, наверное, колбаса из верблюда. Слушай, знаешь, я помню... О, крестик. Я помню, тут еще надо было в волейбол где-то играть. По-моему, здесь где-то, да? С бедуинами в пляжный футбол-то. О, еще оружие. Заходи, расскажу об оружии. Что-то крутое, ну-ка, погоди. Сейчас проверим. 3 силы нормально сойдет. Получше, чем то, что у тебя получше, сейчас. Чем было, да. Какая-то пила. Опа. Нормально. Да отстань, зараза. Видишь, люди копают. Под верблюдом. Ты просто давишь. Люди, говорит, под верблюдом копают. Какой-то бесконечный уровень. Вообще где конец? Не говори, где мы дойдем-то, должны дойти до где-то. Ага, вот приехали оно. Наконец. Вот тут волейбол, по-моему, будет, да? Что это такое лежит? Да, точно здесь будет волейбольчик. А вот здесь, смотри, стенка какая-то. Можно пробить ее?
Может, надо ее бить вот этим типом? Бомба нужна. А, да, кстати. Тоже хорошая идея. О! Не! Да, спасай, он хочет меня убить. Я убью его раньше, чем он это сделает. Еще один. В броне! Ура! Стас левелапнулся! Там котенок, Стас, за решеткой. О, это тигруня, а мы его доставали с тобой. Да, меня опять держат. Только не смели. Мне нельзя к ним подходить. А почему бы тебе? Что-то я не пойму, что у меня за суперудар-то? XXY? А, ну тут, наверное, реально бомбой надо пробивать, чтобы котенка взять, да? Да, да. Какая большая лопаточка. Тут явно какие-то гиганты живут. XXY, у меня что-то не получается XXY выжить. Подбросы. А, ненормально. Фига себе мы устроили. Ого, они завелись. Стас, они завелись. Сейчас бензин кончится, подожди. Нормально, у него еще бензин есть. Так он же как раз человек с востока. На, там наверняка есть бензин. На, еще раз бросил. Бедуины, у них должен быть бензин, у них много нефти. Я ж про чё и говорю. Такое ощущение, как будто Стас теперь нажимает одну кнопку, и тут просто Армагеддон. Так и происходит. Интересно. Всем радуга! Радуга и смерть! Так, я им на лице топчусь. Не мешайте мне, за колонной они что-то там делают. Капец, Стас, как пулемет уже. Ты по комби бьешь или за ману? Не, за ману. О, еще оружие. Опа, ну-ка еще пушка. Че, в этот раз? Ух ты! Какая-то интересная штука. Сейчас посмотрим. Три силы, три магии. Один щит. Не, мне моя больше нравится. Да хватит уже летать. Ну, Стас, смотри, уже ты, по-моему, круче стал, чем я. Не. На, видал, мне в лицо прилетело. Мне просто пока везет. Противники попадаются более-менее пробиваемые на огонь. Капец. Жесть. Подлецы, подлецы. Как так можно-то? Где мой волейбол? Да, давайте волейбол, и мы разойдемся. Все. Играем на вашу страну. А вот и волейбол. А вот и он. Так, ты где? Ты сзади, спереди? Я только не помню, что нам тут надо делать. Надо забить. А, бить-то надо так, да, ударами. А что я? А 2-2 счет, кстати. А до скольки? До 10? Понятия не имею. Главное, что их можно бить. Главное, что их можно бить. Оу, 5-5, я даже не понимаю, как мы успеваем. Так, ну мало, на позади надо стоять. Сейчас, погоди. Хочешь разгону дать? Да. Девять, мы даже не отходя от кассы, просто десяточку. Сами себе забили. Да. Они не стреляют, а нами насмехаются. Так, надо одного сзади, одного спереди иметь. Оу! И хп отнимает. Я не хочу или никого... одного сверху, одного снизу, как-то так. Да что ж такое-то? Не, а мы-то побеждаем вроде, нет? Нет, мы проигрываем 0-6. Разве? А, да, точно.
Давай, Витька, не отпускай этого засранца. Стас, что ты не отбиваешь-то? По тени смотри, куда летит. Не, я там вижу по тени. Я просто думал, что это, мы попадем. Сейчас мы справимся, не переживайте. Можно даже не, наверное, не вверх-вниз, а чисто по полке, по пол поля разделить. О, видал, как мы их уже... Все, мы уже выигрываем. Блин, они меня хилку отобрали, так нечестно. Отняли хилку, прям из кармана выняли. Собаки. Вот так вот. Да как он забил-то? Ты не мог забить. Как он так вниз-то улетел? Так, чуть-чуть осталось. Как они забили-то? Погоди, мы же отразили. Я вообще не понимаю, они еще, видишь, дамажат нормально, надо подальше держаться. 9-8, Стас, давай последнюю, есть, победа! Нате вам карту и уходите. Ес! Витька там накрошил. Фух, сложно было. 300 тысяч опыта. А у тебя еще, кстати, этот же не олень, этот жирафель, он же дает опыт дополнительный. Я помню, что-то такое там было. Так, что бы мне взять, я вот думаю. Что, фулл сила? Давай. А я... А, у тебя новая магия, смотри. Так, новая магия, РТА. Давай, знаешь что? Пойдем-ка мы посмотрим, что мы можем взять в руки. Из оружия? Прочее. Ну, я-то ничего не могу. И животных посмотрим. Как узнать? Так, жираф помогает тебе быстрее достигать новых уровней, видишь? Вот-вот. Бодает Пичка. Врагов. Красный кардинал поможет тебе отыскать секретные предметы. Пёсель. А, тебе копать быстрее помогает, пёсель. Сычек находит скрытые на деревьях плоды. Такая это. Зебра поможет тебе покормить и найдет еду в траве. Ага, ага. Пёселя ты брал уже? Да, пёселя брал. А рыбка так. Дает деньги, это я в курсе. Так. Тот котенок. Позволяет кисунья. Давай котенка посмотрим. А я тигрулю. Котенок. Котенок мы знаем, что делает. Нет. Проверял. Увеличивает твою ловкость, кошка. Угу. А силу есть? Увеличивает твою силу и ловкость. О, вот. Китенок. Это прикольно. Тигренок. Ага. Тигренок круче, чем котенок, да? Вот осталось только, знаете, еще вот это. Вампир. Да. И все будет. Вот это типа плавать, наверное, быстрее дает, или что-то там. Да, 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 он там по воде. Увеличивает твою защиту, но сильно снижает ловкость. О. Поможет быстрее двигаться в воде. Так, ну я тигруню тогда возьму, или что? Что дает. А бери, а я возьму жирафля тогда. Что-то я думаю, что мне сейчас наоборот опыт больше понадобится. Пускай будет жирафель. Вампир немножко лечит, кусает врагов. Садится за оружие? Да, да, у меня же 15 уровень есть, надо посмотреть, что там на 15 есть. Что-то, наверное, вдалеке, да? Ну да, вот тут 10-й. Сосисочка. Вот 15 пошел. Как так. Я хочу какое-нибудь новое оружие. Какой же все-таки я немощный маг. О, смотри. 5 силы, 2 5 магии, силы. Минус 3. Минус ловкость. 5 силы, 5 защиты, минус 3 ловкость. Мне кажется, дубина вообще... Это 20-й уже. Вот это я бы взял, кстати. Но это надо на 20-м брать. Там уже 20-й пошел. Ну, бери, значит, на 15-й. Так, ну я, наверное, возьму вот это, да, тогда? 5 силы. 2 магии. Фига. Что это ты сделал? Не знаю. Это у тебя магия новая? Угу. Так, а была у меня вот эта вот. Что она делает, интересно? Может, я дамажу? Просто минус 2 ловкости. А сейчас 5 силы и 3 магии, но минус 2 ловкости. Ну, чуть-чуть магии больше стало, хотя я магией не пользуюсь. Но буду радость всем давать. Давай. Мы верим так. В твою радость. Надо до 20-го дотерпеть.
Нам надо лечилки взять, наверное, да? Да, желательно посмотреть, потому что есть возможность прикупиться. Так, я закупился. Я тоже. А ты? Хорош. Погнали дальше. Все, погнали в бой. Еще намотаем этого врага. Так, куда нам? Сюда? Ага. Или туда? А там мы все закончили. Там а, жираф такой, смотри. Да-да-да, длинноногий красавчик. Местный красавец. Так, какие-то развалины. О, болото. Наверное, это очень сильно дамажит. Я надеюсь на это. О, отрубить или что? Может, нам труба нужна специальная? А мы, в принципе-то, больше там куда никуда, наверное, больше пойти-то не можем. Нам труба здесь, наверное, какая-то нужна. По-моему, здесь где-то босс, по-моему, да, какая-то медуза должна быть, не? Да, и медуза. Попробуем выйдем с карты и попробуем... Мне кажется, на карту. Да, сюда нам рано. Нам куда-то в другое, может, место? А, вот, смотри. Погнали. А, было закрыто, кстати. Мы должны были увидеть, что мы не можем пройти. Душат пацаны. Вот это я понимаю, по 29 бью, по 30. А, в лицо. По-моему, я нифига не дамажу этой штукой, она просто помогает мне пережить урон. О, пацаны, ты за нас? Да, наши пацаны. Мы типа спасли их, другана. Мы могилки валим. Но эти черти слабенькие, которые с нами. Я ему голову декапитейшн сделал, Стас. Декапитейшн. Капитальная капитация. Как их много, а? Стас, Армагеддон устроил какой-то, ты посмотри на него. Я бы дамажил потом как сумасшедший, я бы радовался. Ну а прикольно получается, они собирают в кучку, а ты подойди и возьми, а то я съем случайно. Я думал, что эта штука тоже будет дамажить, она не дамажит. Зачем мне какие-то недамажащие скиллы? Такой обугленный скелет прилетел с другого конца карты. А нам надо вообще эти могилки вскрывать? В них есть деньги и так далее. Можно не ломать, и тогда их скелет не будет появляться. Денег не будет, да? Ну да. Прям такие цифры прям бодрые проявляют, показывают уже. Это у тебя с удара? Опа, меч. Опа. О, вот он, это копье, прикинь. Ха-ха-ха. Я копье свое нашел. Во-во-во-во-во-во-во. Опа, сейчас поднимают будет нежить. Во-во-во-во-во-во-во. Прокачанные скелетозавры. Я швыряю мелких в больших. О, а эти опасные тоже. Они в магии стреляются. Все, кончилась сила. Что за дубина у меня? Погоди, а где мое оружие? Я какую-то дубину нашел. А, это другая дубина была. Все, я понял. Это я там свою пушку просрал. На прошлой карте. Может туда зайти? Может быть там появится? Не знаю. Там появится только эта пушка, да. Черт пуль, ну ладно, пока с этой побегаю. Она тоже там силовая какая-то, какими-то обилками. Это что за зеленые демоны? Я, кстати, нехило дамажу с этим молотом. А у меня криты какие-то появились, Стас. Критули-веселули. Не, ну ты знаешь, это ж хорошо. Тахтамыш. Охренеть, я раздупляю их. Тахтамыш! Хотел деньги забрать. Надо пацана воскресить. Где? Походу все уже. Ну не воскресить.
О, смотри. Я его вытащил оттуда из-за угла. Видал, рожа какая у него? Может быть, это местный туалет? Может быть, кстати, похож. Это, наверное, мужской. Мне кажется, вот эта вот дубина, она еще круче. Она что-то так лупит адски просто. О, криты, да. Да, я там на 86 критом нафигарил. Че это за дубина такая? Что там за билка на ней? Адско критующая дубина. Дерево. А, ты помнишь, еще где-то кукуруза будет. Мы что, кукурузу еще не проходили? Кукурузный босс. Ой. Отлично. Лягушка, вали. Шарка. Ай. О! Чубрики. О, тут уже пришли. Эти старые добрые друзья. Там опять крит. О, опять эта морда пришла. А, заставили меня выпить. Пойло. Левел ап как раз, блин, после этого. Ну как так-то, а? Да, это самое неприятное. Где я-то, я сегодня не вижу? Я убиваю! Офигеть, вот это рубилово, а. Так, ловим чувака. А он не выходит. Он не вышел, да. А вот они. Они нас ждали. Братюни, напомню. Фига там криты у тебя летят. Капец, реально, по 86 криты. Фига себе, у них какие-то это корни есть, смотри. Не забывай свои корни. 126 критом. Какая-то мега дубина реально, Стас. Это очень крутая дубинка. Может, и менять-то даже ее не стоит. Вон, скрит, смотри, на 104, на. Да, я видал. Жесть вообще. Почти ваншотишь типов. Ой-ой-ой, тихо. Опа, О, а вот здесь будет кукуруза, я вспомнил. Сейчас мы с этими ребятами пойдем лупить кукурузу. Там, смотри, какой Ваня и Иван воюет с ними со всеми. Местный роднек. Палки, вот это рубилово. Как мы их просто разрубаем. Фух. Хай. Музыка. Крит, смотри, хай. На ему сразу в лицо. Он выжил. Даже после такого крита, прикинь. Они дерзкие, у них в жизни по 200, наверное, если не больше. Крепыши уже, знаешь, стали. Да. Ну что-то такого переживать, это знаешь. Больших усилий надо. Я все еще никак не пойму, что там у меня за мега удар такой. Три. Походу дело он там накручит, а потом еще об землю бьет. Ощущение. А там все взрывается вокруг. И в кукурузное поле. А вот кукурузка. Алло. Сейчас ее поджарю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Опасно! Сделай из нее попкорн, Стас. Где я тут? Попкорн, кстати, можно жрать. Да, и он по одной хп восстанавливает. Где она? По центру, наверное, вылезет. Спряталась от меня. О, хорош, хорош! Увидал, Стас, я насел на нее как. Она выдала много фу. Она вообще меня не пробивает. Давай, будет. Опа, прямо из-под меня, ты смотри. Какие у нее красные глазки. Не спит, наверное. Да что ж такое-то? Защищается паразитка. Я ее бью, когда она сразу закрывается, так что ли? Ну, наверное, да. Был бы я большой кукурузой, которая дает вкусный попкорн, я бы тоже бы закрывался и атаковал, потому что... Во-во-во. Меня бы сожрали. О, отлично. Нормально, я немножко проник в нее. Особенно на каких-нибудь, знаешь, во время какого-нибудь сезона сериалов. А что эти-то стоят, смотрят? А, им норм. Я прям напрыгиваю на лицо ей. Да вот. Ну, один удар она всегда впитывает все равно. Ох, крит на 96, видал? Вот это я хорошо сейчас по ней прошелся, смотри, как корно.
Да что ж ты ко мне-то прицепилась? Зараза ты кукурузная. Я так где? Да, блин, Витька, она меня избивает. Она, походу, ко мне что-то испытывает. Новая комбо, ха-ха-игре. Как у меня. Может, ты поймешь, что это? Нет, я не пойму никогда. Слушай, по 41 лупит. Мне кажется, она это... рейдж словила. Сейчас добьем. Там осталось на писюлечку, давай. Еее, попкорн, алло. Накормим всю деревню. Куда это? Не знаю, пошел отдавать свою жизнь. Ангар, наверное, открывать. Рок. Нам рок принес, чтобы вызвать эту медузу. Да, медуза, гордо. Дуем в рок. Я даже не знаю, этот молоток довольно прикольный. Потому что не стоит у меня, смотри, кто там молоток. Ребят, в чатике кто-нибудь есть? Подскажите. Может быть, молоток оставить? Ну-ка. Я думаю, что молоточек-то получше. О, ведьмаку заплатите, Барсик. Мир мне. Так. Силу прокачаешь, хорошо. Да. А я... магию. Стас прям маг. Ой, а где это мы? А что нам теперь делать? Ну все, нам с тобой обратно надо идти. О, Хрюшка. Хрюшка. Хрюша сделает так, чтобы еда давала тебе больше здоровья. О, прикольно. И гикончик. О, какой меч. 15 уровень. О, дефенсовый меч. Бомба. Так, ну давай, все, возвращаемся. Нам типа вот сюда. Сейчас будем дудеть. Этот, в кожаную флейту. Давай. Кто дудит? Дуди в свою. Открывайте нам ворота. А вот тут, кстати, хорошо бы было того питомца, который позволяет нам и так лучше бегать по воде. Да, как я подпрыгиваю высоко. У них отрыжка ядовитая. 63, Стас, они водные, ты типа, наверное, это. Наверное, какая-то усиленная магия по ним проходит. Я рыбку с лимончиком заказывал. Стейк рыбки с лимончиком. Прыгать. Давай, дуну. Если не дунуть, как говорится, чудо не произойдет. Чудо не произойдет, да. Стас телепортируется уже. Слишком магичен. Имею право. Где мои криты? Ну, они, кстати, довольно сильно бронированные. Я вот по 21 всего, учитывая, что я силу прокачал. Нормально, они сами себя копьем затыкивают в конце. Подают себе с гарниром. С говниром. Прыгучие какие мы с тобой. Ну, видишь, все прошли. А ты говоришь, надо было... О, погоди, копай. Так. О! Чё это такое? Заходи, подбирай, я расскажу. Брат. Или ты с курицы пойдешь? Не, не, я пойду. Такое. Я тоже первый раз. Это же эмблема этого. Бегемота. Да? Создателей. Мне сестра сказала, что типа подходи, и я тебе расскажу, что это такое, что она делает. Надо будет сходить потом посмотреть. О! Фига себе, он кыльнул меня. Нормально. Ну реально, смотри. Они в тарелке в конце оказываются. Да, 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 да. С лимончиком, с лимончиком. Они самоприготавливаются. Ой, кому тебе давай? Так разницы-то нет, кушай. Ну ладно, смотри, ты все равно на передовой всегда к ним, а я там подальше хотя бы нахожусь. Это что-то меня сбило там. А, у них сладофоны опять пошли эти. Ну вот тут прям я себя чувствую прям королем. Потому что... Нормально два крита подряд парню выдало. Потому что они реально для меня, наверное, такие водные. Деньги! О, оружие. Только не потеряй себе булаву.
Вот и стас. А я могу взять. А, я просто активировал. Ты просто открыл его, видимо. И не показал нам, кто это было. Да. Ну, я думаю, что это нам уже попадалось. Ну, так скорее всего, проходили. Хотя кто знает, если это просто с шансом каким-то. Могло и не попасться. О, большие рыбы. Хотя это такие же, как и были. Действительно. Слишком большие рыбы. Но они, если сказать, и не маленькие. Даже те, которые... Что-то я критую, а? Видели. Да мы с тобой вообще всех разносим. Вверх пошел, Стас. А может там еще что-то есть? Может. Ну, я за тобой. Нет. Нету. Мучили. О-о-о-о. Пацаны, перестаньте это делать. Пацаны вообще, ребята. Ух ты, как он ножом кидается, прикольно. Так, рыба готова. О, заказывал жареный лосось. За жареного мурчеля. На, видишь, как он это, какая это. Он два раза бьет, потом очень сильно раскручивает, бьет, а потом еще сверху прикладывает, они аж взрываются. Такой принцип. Так, надо Стасу хавчик достать. Это денежка. Это тоже денежка. Во-во-во-во, вот она клевая, я помню. Она поет. Сапог один. Угу. Я не одета. Пошла, да-да-да, пошла готовиться. О, неплохо ты ее бьешь. Ну ее слабенько пробиваю. Ого! Мне лучше не подходить, видимо, да? Видимо так. Жестко она. Надо, может, дуть? Не думаю. Сейчас ее за хвост сейчас. Я пол. Ой-ой-ой, змеи поползли. Хватаю за хвост. Да я даже подойти к ней не могу. О! Крит на 180. Где я-то, если я не вижу? С этими змеями. Можно расческу ее украсть? Возможно, мы ради нее сюда и пришли. А, скорее всего, да, кстати. Музыка, как в Ведьмаке. Да нет, ну надо вскрыть, наверное. Стас, вскрывайся. Я пас. В следующий раз. Ой, какой крит хороший из тебя вылетает. Прям в удовольствие. Любо-дорого смотреть. Да не говорю, он сразу по пол хп отнимается. Единственное, что она как-то странно ползает, я до нее доползти, дойти не могу, подойти. Ходи! Она все время вот кусает меня этой жабой своей. Может, мне надо сзади подходить к ней, я вот подумал. Стратеджин. А, все, а-ля Dark Souls. Прожал, можно. Можно в упор тогда. Готовченко. Из нее камни посыпались, Стас. Она все окаменела. Что это? Да что такое? А, меч вот этот. Ну такой у нас есть. Это был, да, такой есть. Пра-па-па. О, смотри, ты жирафом почти как я начал набирать. Да, да, хорошо получается. Жирафель тащит. А, так, магазин. Мне нужны еще хилочки. Я что-то сажал их. Я вообще трачу? Я вроде трачу. Тут, кстати, 11 стоит. Вначале стоило 14. Да? Дешевенький, ага. Чем можно дальше, тем дешевле? Ну, я не знаю, может быть, просто магазин такой удачный. Так, что у нас там по времени? Ой, по времени-то нормально, Стас. Ну, давай остановимся. Давай остановимся. В следующей серии. Рубило продолжится в следующей серии, ребят. Я не знаю, что там будет, но еще точно, наверное, да? Да, я думаю, как минимум еще на одну серию, минимум. Там же сейчас еще этот там ледяной говнюк будет, я помню. Да, там да, да. Потом еще надо будет к Лосту идти, на Лосте что же там борьба. Да, Лост там тоже сложный, там на лифте на каком-то ехать будем гигантском. Ох, ностальгия, кричат в чате. Да, заваруха согласен. Будет та еще. Спасибо всем за внимание. А, погоди, давай посмотрим, что дает этот. Мечи? Не, тот этот птенец, которого мы нашли. А, точно. Сейчас самое важное, ребят, вот он. Цыпа увеличит твою силу, защиту и ловкость. Он еще круче. Во, он круче, чем тигра. Силу, защиту и ловкость, то, что мне надо. Шикарно.
Охренительно круто. Все, я теперь буду с цыпой летать. Что ж, вот теперь точно. Спасибо за внимание. Лайк, ставьте в описании ссылочку на группу ВКонтакте, на Стаса, на все игры, в которые я играл у Стаса, на ссылки. Жмакайте все ссылки. Все ссылки жмакайте. Жмакайте лайки, не забывайте, колокольчики не забывайте, жмакайте, пережмакивайте, если вдруг не приходят уведомления, проверяйте на своих телефонах, устройствах, включены ли у вас уведомления от YouTube и проверьте, залогинили ли вы в YouTube, тогда уведомление будет проходить. Все, все сказал. Да, все сказал. Пока. Всем пока.